Я буду в толпу гасить. Бум! Аж стекла повылетали. Вот это веселье! Класс, я всю карту разрушаю. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Ребята, у нас сегодня очень классная карта, вышла она 15 января и называется «Миллион зомби». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, заходим в портал. Сейчас все начнется. Так, будьте осторожны. Эту карту давным-давно я когда-то записывал, но ее вот 15 января обновили. Добавили кучу всего, и теперь, когда будем убивать зомби, будет прописываться, сколько зомби мы убили. Ну, по крайней мере, когда я проверял, это все было. А где зомби? О, пошли, пошли, пошли. И тут в зомби идут как волнами, будет все больше, больше и больше. Пацаны, только вы же не оставляйте тоже. Так, я так никого и не убил. Так. На этой карте они спамнятся просто в разных местах. Можно просто гулять и искать тут всякие приколюхи. Даже есть всякие секретные штуки и разрушаемые объекты. Я патрон для РПГ. О, пошел, пошел. Вот, видите, 6 штук. Вот это жесть. Мясо у нас сегодня. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Кто хочет с нами зависеть, идите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Кстати, вот патрончики можно брать. Только это, наверное, на пистолет. Сразу перезарядимся. Обязательно досмотрите до конца, потому что в конце их будет настолько много, насколько это возможно. Ой, хотя бы живой остался. Офигенный эффект. У вас тоже выстрел такая аж мутная такое появляется. О, сам себя убил этой штукой. Это вообще законно? Ой-ой-ой, псих прибежал. Хороший был зомби. Так, в этом ролике мы будем еще брать разное оружие. Сейчас я немножко с этого покажу. Смотри, они видели, что они делают? Они этими красными штуками, как загородителями, просто кидаются. Руками бьют их, и они летят в голову прям. Да-да-да. Так, какие у нас еще оружки? Вот такой вот есть. Дробаш мощный. Ого, вот это он... А то оружие не разлеталось. Интересно, вот эти можно столбы разрушить или нет? О, можно сделать так, что на зомби упадет оно. Ох, это мощь. Очень мощный дробовик. Хотя уже по зомбам... Ого, попадало. Можно было, в принципе, подняться. Так, слышу звук зомби. Давайте поизучаем карту. Допилили ее классно. Мне идет очень оптимизировано и так все очень красиво смотрится. Вот я косожжен. Это моща. Давайте издалека попробуем. Не издалека, но не очень эффективно. Так, повезло зомби. Сейчас мы зарядимся. Бам! Вот это мощец. Ай, хочет ударить эту штуку по мне, а косожоп. Сразу двоих сложил. Ой, хэдкраб. Чуде... Ой, косожоп. Так, давайте возьмем другое. Вот такой вот есть еще дробовик. О, вот это звуки. Вот это оно гасит. Сейчас я покажу. Оно на правую кнопку сразу два вылетает. О, на правую кнопку сразу два вылетает. Это оружие М9К. Так, тут пацаны, он тоже расправляется. Я уже 70 зомбаков убил. 72. Нормально, нормально. Так, еще должны отсюда тоже выходить. Вот я вижу. Зомбак, красавчик. Ах ты, хэдкраб вонючий. Отвали, морда. Ты по кого прыгаешь? Ох, ты по мне ж не стреляй. Ого. Ну, правая кнопка мыши вообще мощь. Себя еще попадал. Кстати, вроде как в прицеле был. Дробовик не сильно бьет. Ого, аж сзади разрушилось все. Вот это нога. Отойди, там бочка. Ну, подожди, пока зомби подойдут, по бочке потом жахнем. Бочки пока не взрывайте на карте. Потому что их дальше будет все больше и больше. Не зря карта называется «Миллион зомби». О. Сразу двоих попробую. Не, не получилось. Целая толпа. Ой, если я стрельну по этим штукам. А какие еще вот такой дробовик есть? Это тот же самый вроде бы.
А нет, это другой. Звук другой совсем. Не, не разрушаются. Или слабое ружье. О, идут мои любимые. Ой, красиво. О, вот это... У них пыль с головы идет. А сколько у него патронов? А, это 5-6 зарядник. Бум. Ой, я вас нашел. А я тут их красиво крышу. А если правой? А, правой-то прицеливаться можно даже. Ничего себе. Так, тут хедкраб какой-то буйный попался. Надо его успокоить. Вы, пацаны, тоже хэдкрабов добиваете, потому что они ползают и со спины гасят. Дальше будут идти, ребята, быстрые зомби. И даже зомби, которые гранату несут. Они уже есть. А, уже есть, да? О, вот только сказал за быстрого. Красиво я его уничтожил. Аж разлетелся, бедненький. Так. О, гуся вижу. Идем, буду помогать тебе. Ой, блин! Я думал, это зомби, ты... Извини, я не хотел. Сколько у тебя жизни осталось? 3%, но я не хотел. Так, по бочкам осторожно, не стреляем. Когда уже их сильно будет много, мы подорвем бочки. Потому что все будет хуже и хуже. Кстати, тут тень от бочки, которой нету. Или это... Там... А бочка невидимая была, что за бред? Жахнула красиво. Так, я насколько знаю, здесь еще можно подниматься наверх как-то. Могу здесь наверх подняться? Нет. Тут как-то можно подниматься. Я помню, давно-давно. Или эту карту изменили уже все-таки? Вот это мы их крышим. Так, какой еще есть? Вот такой вот есть. Ой, красиво! Как хлопушечка такая. Совсем другой звук у дробовика. Так, где-то тут зомби бегает. Ой, хедкраб бегает. Я от огня сдох. Я даже да? Ну, ничего страшного. Ого, что за звук был. Ой, голову отстрелил. Красиво! Ай. Ой, какое мощное. Ты, ты что тут ходишь? Аж рикошет от этого оружия. Так, давайте сюда сходим. Кто-то подбирай какие-то патроны. Давайте зарядимся. Сколько мне? 8-патронник. Так, давайте дальше. Вот такое вот есть у нас еще ружье. О-хо-хо-хо-хо! Вот это моща! Вот это оно раскрышивает. Сейчас, ребятушки, я вам покажу. Я раз не держу. Вроде убивал я, написано, что гусанёк. Что такое? Так, а тут что у нас есть? Ничего нету. Так, что-то мало зомби, да, пацаны? Да мало, реально. Или надо подождать, наверное. Сейчас будет больше. Насколько знаний, как волнами здесь идут. Ого, здесь, короче, бензин есть, бочки есть. Тут, короче, можно всякие ловушки делать. Так, давайте... А, так, отсюда мы пришли, да? Можно с окна гасить? О! Да. Смотри! Здесь лучше гасить. Вверху, да? На! Ай! Грызануло, падло меня за ноги. Так, давайте еще поты... Вот это вообще мощь! А я ему уже стрелял, раз 0 патронов. Так, где еще зомби? Зомби. Я знаю, что есть несколько карт вот такими вот сюжетом. Есть карта, где еще больше зомби, поэтому если вы хотите, чтобы мы записали еще больше зомбаков, напишите, мы хотим, и мы запустим эту карту. О, вижу. Красиво, чисто один выстрел. Так, заряжаемся на всякий случай. Классно, что не по очереди, а прям целую обойму заряжает. Так, а здесь кто-то есть? А что за звук? Слышишь? Дышит кто-то. Может, тут кто-то где-то сидит? Возможно. Эй, выходи. Ай. Ай. Ты ж по ногам не стреляй, больно. Не, о, вроде не дышит. А, не дышит. Ладно, дыши дальше. О, зомби идут. Привет. Дима, вот он. Вот он, кто дышал. А ну, давай я иду. О, боль, давай взорвем. Отойди, отойди. Давай. Ой, красиво. Красиво взрывается, офигенно. Ракетницы. О, пушка. Бери. Да не надо мне, у меня все и так есть. Это ракетницы. Это РПГ, что ли? Или что это было? Так, я будем другие ручки брать. Мочи, мочи этого краба вонючего. Так, давайте М9К у нас еще есть.
О, это снайперки. Снайперки мы не будем брать, неинтересно. О, давай РПГшечки небольшие возьмем. Небольшие. Ой-ой-ой, даже меня... Ой, я тебя убил? Да. Не. Давайте под... А ну под... Отойди от него. А, все уже. Я буду в толпу гасить. Бу! Аж стекла повылетали. О-хо-хо-хо! Вот это веселье! Класс, я всю карту разрушаю. Все падает, отлетает. Это краб. А, тебе повезло, что я заряжаюсь. Так, у нас тут еще есть зомби? О, вижу. Бам! Ого, бочки повзрывались. Трупы поприлетали. Так, хедкраб. О, я могу после чем хедкраба убить? Неинтересно. Эй, хедкраб, отвали. Так, я жду, пока зомби наберутся и еще раз РПГ гахнуть. Бам! Вот это мощь! Такое ощущение, что эффекты добавили на взрывы, еще лучше стало. Или мне кажется? Просто уничтожитель всего. Да ты чё, голова потеряется у тебя случайно. А, красным светится, еще есть. Да. Так, что у нас еще? Вот такое есть, противотанковое. Вот противозомбиное. Так, так, так. Вижу. Ой-ой-ой. Их раскрышило, просто напополам порвало. Так у меня жизнь не отняло. А могу еще? Давайте сюда жахнем еще раз. Сейчас проверим. Ой-ой-ой, я горю, я горю. Жестко, жестко это все поджег. А, я сгорел, пацаны. ПКМ, конечно, хороший пулемет. Да? Так, давайте еще. Во, гранатомет небольшой есть. Давайте гранатометчиком пофигачим. Ой, тут все горит. Давайте подождем, пока потухнет с той стороны все. Так, так, так. Сколько ж у меня килл? У меня то 90, то сколько ты там пишешь? О, 294. А, патронов нет. Сейчас мы себе патроны, ребята, выдадим. Дим, до меня тебе далеко, у меня 300 килл. А, я не могу патроны себе выдавать в этом режиме. Мне повезло. У меня из этого вот такой вот есть. Бам! Не уничтожил. Ой, прям в него попал. И потом взрывается, представляете? Попадает патрон в туловище, а потом разрывается. Классный мод на оружку. Ой, тут тоже бочек, патроны. Телевизор не надо, пацаны? Не, не надо. Бушный. Так, тут горит карта. Что там взрываешь? А то я случайно, пацаны. О, вот такая есть гранатка. На, понюхай. Так. Пошел, пошел, пошел. Ой, еще тут зомби идут. Ху-ху-ху-ху, вот это весело. Люблю зомбаков фигачить. Отойди, отойди. А, там уже никого не было, то я на радостях. Идут. Да вы задрали, вы убиваете их быстрее, чем граната моя долетает. О, я сейчас красную гранату попробую использовать. Не подходи, не подходи туда. Так, у нас еще есть разное оружие. У нас прям много оружий. Так, это у нас что? А, это Counter-Strike Global Offensive. Мне интересно. Так, петушару мы брать не будем. О, давайте монетку для прикола пару разков жахну. О, босс. Якобы. Так, идемте дальше. Они просто не успевают накапливаться, мы их сразу мочим. О. Нифига себе, моща. Так, ну монетка неинтересна, хочется с чего-то пострелять. Метеоритный дождь мы тоже использовать не будем. О, Саня, на кулаках. Left 4 Dead, давайте с Left 4 Dead, реально, они же против зомби рассчитаны. Так, слышу звук зомби. Тихо, я на встречном огне нахожусь. Я не хотел. А! Кулаками фигачу. Так. Кулачки. А, Left 4 Dead прикольно стреляет оружие. Ого, тут карта что-то, ребята, немножко горит. И не тухнет, да. Нифига. Ну пусть горит. Мы ж любим все поджигать, пусть погорит немножко.
все равно ее в аренду взяли. Ну да. Кстати, я заметил, что трупы исчезают. Если бы трупы не исчезали, то уже какая-то была вакханалия вообще. Так, пока цены там будут валить, я здесь пойду помочу. О, привет, пацаны! Лайфхот — это интересное оружие, кстати. Отлично. Отлично. Кстати, у меня есть классная игра про зомби, я забыл, как она называется. Там тоже волнами, типа, зомби идут. Растение против зомби — садовая война. Не-не-не-не-не, что-то там пожестче. Там прям вообще сильная игра. Так, осторожно, чтобы никого не убил. Так, у нас еще... О, такой, давайте дробаш с Left 4 Dead. Ой, блин, что-то опять не стрельнул по тебе. Люблю всех мочить. Смотри, не стреляй. Не, не буду. О, кто-то стреляет, такой звук прикольный. Давайте бочку взорвем. Повзрываем тут все. Красота. Кто-то орет. Опять там горит все. Ладно, они будут идти и гореть потихоньку, наверное. А Сириусом, кстати, тоже неплохо. О, кстати, да, он же... Да у нас классный парень. Разложил сразу. Как краб, извини, обстоятельства. Мочим. Блин, опять чуть не стрельнул. Я когда вижу, кто-то быстро бегает. Вот это вы их крышите. А чё зомби мало? Должно быть больше, реально. Или обновили так карту? Раньше их прям много было. Невозможно было этот. Играть. Красиво крышим. Далеко вообще не бьет. О, еще тут один идет. Я вас встречаю. Вот это отлетел. Я помог тебе. Про... О, давайте, что у нас еще? О, снайпер. Вот здесь такие со снайперки. А у снайперки на правую кнопку прицела нет. На правую кнопку мыши и все... предметы из Left 4 Dead могут подкидывать. Попробуйте. Да, не отталкивает. Сильно, да, отталкивает? Да. В жопу прямо этому. Сейчас попробую по зомби дать. На. Не, не отталкивает. Ну, где это? Красиво. О, хэдкраб живой. Ай-яй-яй-яй-яй, осторожно. Так, давайте возьмем все-таки Serious M2. О, попугаи бешеные. Давно я их не использовал. Классная оружка. О, давайте сюда зайдем. Сюда не заходил. А тут ничего. Интересно. А, ничего тут нет. Тут, а, тут чисто патроны брать. Короче, карта рассчитана на сюжетку, что мы должны с пистолетами тут гасить, а потом, типа, искать оружие. А мы сразу самое мощное взяли и гасим их. Отойди! Да ё-моё! У тебя просто одежда на зомби похожа. Вот гусенька я определяю. О, привет, мужик. Бам. О, вот это они отлетаются, прикольно. О, давайте что-то такое космическое возьмем. Ай, жопа горит. Так, там мы были, там мы были. Я думал, что тут все-таки где-то можно поверху ходить. Классная оружка Serious M2, по красоте мочит. Так. Че, о, давайте пилой их попилим. А ну, зомби. Я уже бензопилу прогрел для вас. Посмотрим, как они пилятся. Че, в ящиках ничего, да, такого нету? Тихо, тихо, меня не... Мою жопу не пили. Нормально, распилили всех. Так, сюда подняться нельзя никак. А, можно, в принципе, вот по этой... А, ну давайте попробуем сюда сходить. Так, а не, сюда нельзя никак. Рэмбо! А, пила их вообще просто моментально. Грязь, грязь. По красоте. Ой. О, быстрый. Гранатометчик. Нет, это был без гранаты. Думал, с гранатой идет. А что у нас еще? О, давайте гранатка все-таки взорвем его. Прощай. Ага, понял. Пришел психопат с пулеметом. И всех замочил. Вот это ты псих! Ой, обстоятельства. Я гранату туда кину, пока не дойдут, может быть. Нет, никого не взорву. Ну, нате вам гранату, хедкрабы вонючие. Все мочат только свои.
Я ни одного раза от зомби не умер. Да, я тебя убью. Ой, не то на. Ой, не то нажал. О, давайте проверим, есть ли какие-то подземные эти штуки. Карта вообще большая. Мы везде были. Сейчас реально хочется интересно посмотреть, что здесь. Так, наверху можно, кстати, ходить. А ну давайте сюда вот походим. Да, нифига себе, наверху зашел. О, тут жизни можно пополнять. Я жизни пополняю себе. Лекалка есть, как Half-Life. Так. Чинг. Вообще жир, можно реально тут стоять и мочить их. А пацаны ходят и всех гасят. О, гранатка, вот сейчас она мне пригодится. Красиво. Ой, в толпу прям. Прям под ноги, смотрите. Бум. Вот это он прилетел. Раньше на этой карте намного было больше зомби. Или если бы мы, наверное, пистолетами бы стреляли, было бы сложнее. Ой, красиво. Слышь ты, дурак. А, по мне не стреляй, по ногам, новые ноги. Ребята, теперь мы решили взорвать эту карту вместе с зомбаками. Готовьтесь, пацаны. Ой, просрало. Вот сейчас будет взрыв. Вот это я зомби убил, сколько штук. Вот это жесть. Если вам понравилась эта серия и эта карта с зомбаками, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. И еще один эпический взрыв.